Сегодня мы покажем, как наносится декоративная краска в Ветдекор торговой марки Хейзл. На заранее уже были покрашены стены легким и мощным светом. Их похожий цвет мы тренировали с материалом. Наносим шпателем вот такой кельмы венецианской. Большим участком. Тоненьким слоем. И потом начинаем моделировать вот так, в разные стороны, в разные линии. Вот так и будет перелепаться в разные стороны. Вот такими движениями продолжаем наносить всю стену. После того, как он слегка подсох, мы будем еще раз пройтись, блеск станет более выраженным. Рядом уже нанесена поверхность, можно посмотреть. Малярку еще не снимали, вот высохнем все снимем.